А можно уточнить, когда точно там действует все сегодняшнее голосование? Ну, у нас есть, мы уже говорили, что амнистия – это необычный документ, это исключительная компетенция Государственной Думы. Здесь не нужно, чтобы принимал Совет Федерации и подписывал президент. После принятия должно быть обнародование. Обнародование у нас сейчас идет как через интернет, так и через официальные газеты, которыми являются российская газета и парламентская. Так вот, через интернет, скорее всего, если все пойдет нормально, это вполне возможно, что сегодня или завтра она вступит в силу.